Во Дворце независимости в эти минуты проходит 7-й съезд судей Казахстана. Конгресс проводится раз в 4 года при непосредственном участии Нурсултана Назарбаева. Это главный форум судейского сообщества, на котором определяются стратегические вопросы по дальнейшему развитию судебной системы страны. Сегодня также планируется принять новый этический кодекс судей. В документе пересмотрены нормы и положения, регламентирующие поведение служителей Фемиды в профессиональной деятельности и обществе. В проекте кодекса учтены положения бангалорских принципов поведения судей и рекомендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти. Ожидается также обсуждение исполнения шагов плана нации по обеспечению верховенства закона. И очевидно, что глава государства определит основные задачи по дальнейшему совершенствованию судебной системы.